Всем привет, меня зовут Павел Саверченко. Сегодня семейный тест-драйв, автомобиль Volkswagen Polo 2016 года выпуска. Он выезжает. Сейчас посмотрим, как это все будет. Все, я сел в автомобиль, и менеджер Андрей. Андрей, очень приятно. Да, взаимно. Он мне расскажет про этот замечательный авто. То есть, надеюсь, на все вопросы ответит, и, соответственно, мы его протестим и скажем вердикт, как вообще все это произошло. Вот, эта комплектация какая у нас? Это максимальная комплектация, то есть двигатель 1.6, 110 лошадиных сил, а дополнительно здесь еще есть пакет мультимедиа, который включает в себя мультируль. Вот, а в целом это максимальная комплектация, также здесь есть круиз-контроль, в общем, пакет комфорт. Так вообще немцы, в принципе, они славятся тем, что они могут дополнять свою комплектацию какими-то дополнительными опциями, то есть, ну, если взять, например, при Toyota, у них идет только какие-то слаженные комплектации, здесь можно делать вариацию как вам угодно, как вам будет удобно. Вот. Понятно. Ну, в общем, а стоимость этой комплектации? В районе, если так вот подумать, без скидок, в районе 840 тысяч на данный момент. Это 2016 года или 2017 машина? Нет, это мы сейчас смотрим именно по данным. А, по данным. Вот. А машина 2017 года? Машина 2017 года. Ну все, поехали, сейчас посмотрим и потом еще садимся. Мы сейчас попробовали на скорости, стартанули с заправки, с выезда, и достаточно хороший разгон. Ну, я тут до 160 даванул, и практически скорость не ощущается. Для класса это получается C-класс, да? Нет, это B-класс. Да, для B-класса очень даже хорошие показатели. Да, сейчас мы повернем, еще проедем по серпантину. Тут, оказывается, раньше на Polo была цепь, а сейчас сделали ремень, но он тоже какой? Он выполнен из кевлара, то есть материал, который изготавливает бронежилеты, поэтому заводом-изготовителем идет рекламация, что он идет на весь срок эксплуатации. То есть там на 105 тысячах его осматривают, на наличие трещин в целом, он все трубят, что он будет ходить весь срок эксплуатации, и он будет ходить весь срок эксплуатации. Очень удобно, потому что машина сейчас гораздо тише, чем предыдущая. Из-за ремня? Да. Шум двигателя идет гораздо менее на зоне. Сюда? Да. Вот, ну, в общем, в принципе, я достаточно, ну, так сказать, впечатлен этим автомобилем. Вот, по его характеристикам, по его движению, по его ходовым качествам, по разгону, в принципе. Как B-класс, да, очень даже неплохо. Тут приближается к C, вот тут говорили, что как Lancer тоже предыдущая версия, 9-й, он был C, и вот этот вот машина, эта машина.